Всем доброе утро. Остался последний блин. Да. Васильчику. Мама просила оставить последний блин ей. Ну что теперь? На Кузю ходит просто. Просто кругами. Она подбирает. И вы думаете, что он уйдет? Ставь еще блины. Да. Кузя съел больше всех блинов. Вот как она может так есть? Да, Кузь? Это же кошмар. Как можно так есть? Кузь, тебе не стыдно попрошайничать? А что она одна ест? Это вообще кошмар. Кузь, бабушке один блин оставили. Ну что ты, попрошайка. Все, блинов больше нету, Кузь. Ну что, вам каждый день, что ли, блины печь? Да. Так и знал. Ладно. Держу тебя. Всем хороших выходных. И мирного неба над головой.